Хорошо, мы приветствуем Алену и интересуемся, готова ли Алена к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Хорошо, и Алена стоит в сканере, и я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Алены, находит любые чипы, датчики, становится ее заложниками. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Алены, находит все. Вот у нее гирьки на ногах. И на руке какая-то конструкция. Видно сразу. Левой. Левая рука. Как большая такая варежка, я бы сказала, длинная до самого верха. Интересно. У нас драконы таким занимаются, как и, в принципе, другие паразиты, репты и греи тоже. Будем смотреть дальше. У нее 3 канала всего. Хорошо, 3 канала. Поехали. Кто у нас в клетке? Бес. Бес, хорошо. Синий дракон. И мохнатый. Арахноид. О. На мохнатый. Плечах он сидел. Понятно. Значит, у нас 3 подключки. Считаю беса цифры, пожалуйста, над головой. 8. Синий дракон, какие цифры? О, он приветствует тебя. Здравствуй, дракон, здравствуй, я тебя приветствую. Вы знакомы? Нет. Хорошо, и какие цифры над головой, Вера? 3084. Довольно высокий уровень синего дракона. Хорошо. Кивает. Я знаю, я встречался с синими драконами, с очень многими. И, по-моему, самый высокий у нас был или 8 тысяч, или 10 тысяч. Ну ладно, это не важно. Хорошо, так, я объявляю программу. Уважаемые интерференты, вы обнаружены. Я провожу чистку сегодня по волеизлиянию Алены. Алена нам дала все права на то, чтобы мы вывели всех интерферентов. Достали все подключки, все чипы, датчики, аннулировали все контракты. После этого Юлия прочитает манифест, который объявит о своих свободах. С этого момента вообще в ее вход, в ее биополе будет запрещен, так как там будут такие слова. Все, если кто-то войдет в мое биополе, я его отправляю в галактическое ядро. Чтобы вы поняли, это вполне серьезно. И очень многие тогда действительно у нас действительно нашли дорогу в это галактическое ядро, потому что они не поняли, насколько серьезны эти слова. Вам понятно? До этого момента? Да, понятно все. Хорошо, после сейчас начнется чистка. Мы отдадим вам все темные энергии, заберем у вас все светлые энергии. После этого я обращусь к каждому из вас с просьбой выйти и достать все, что он оставил. После этого я провожу проверку и... Все, кто проходит проверку, проверка идет 2 миллионами герц. Если вдруг кто-то что-то забыл или оставил, он просто сгорит в клетке. Все остальные, которые пройдут клетку, первый раз идут на свою чистоту, безболезненно, без всякого воздействия. Только второй раз, если мы вас увидим в этом биополе, мы вас будем наказывать. Первый раз вам разрешено будет уйти безнаказанно. Все понятно? Да, всем понятно. Хорошо. Переходим к процедуре сразу, реверса энергии. Я даю команду тонкой копии Алены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Алене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Значит, Даркон спрашивает, есть ли возможность остаться. Нет этой возможности, потому что Алена запретила всем входить в ее биополе. Это ее волеизлияние, его нужно уважать. Какие бы вкусные энергии для синего дракона в ней не были, с этого момента запрещено. Любая попытка рецидива будет наказана очень серьезно.
Синий дракон может сделать запрос о нас в своих мирах. Нас там очень хорошо должны уже знать. Бес показывает на голову лярву там. Он хочет меня попросить, чтобы я эту лярву ему отдал? Хочет, да. Кивает. Хорошо, бес, как давно ты находишься в этом биополе, скажи мне? Когда ты зашел, на какую частоту, отвечает на мои вопросы, и я тебе в конце работы отдам. 3 года назад подскочил. 3 года. Какая была ситуация, расскажи мне. Какая частота была, что тебе так понравилось в ней? Эмоции в ней разные. Неконтролируемые или какие? Какие хаотичные. Эмоции? Хаотичные. То есть это когда человек прыгает в своих эмоциях с одной на другую, правильно? Это так, но не только это. А что еще? Она не может их контролировать, они сами возникают. Ну, сами, само ничего просто так не возникает. Это или слабость характера, или какая-то вещь, реакция организма, которую надо изменить, вернее, реакцию в поведении, которую надо изменить. И как только человек изменит в себе реакцию на какие-то определенные ситуации в жизни, соответственно, у него изменится и энергия. Ну, может и так. Ты умный, все объяснил. 3 года ты сидел. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился? Да. Или идет еще? Хорошо, устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Алена забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли, возвращает Алена себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо, я обращаюсь к синему дракону. Дракон, как долго ты находился в этом биополе? Как ты зашел? Какие реакции ты в ней вызывал? Дай посчитаю. Давай. 8 лет. 8 лет. Ну, это уже надо рассинхронизировать. Это уже долго. Хорошо, 8 лет. Обмен давай... энергии у нас был. Ну, это ты так говоришь, обмен энергией. Ты же понимаешь, что ты с ней, когда ей контракт подсунул во сне, что он был не совсем правдив, правда? Что ты ей обещал, когда ты войдешь в ее биополе, чтобы учение. Она учение. Хорошо. Училась чему... она, я ей свои энергии давал для этого. Подожди, чему она училась? Давай начнем с этого. Чему она училась? Конкретно. Насколько ты ее продвинул? Я хочу узнать. За последние 8 лет. Продвинул. Вот до вас дошла даже. Слышишь, ну что ты хочешь сказать, что она дошла до нас? Это твоя заслуга? Я тебе скажу, что ты ей давал. Отчасти, конечно же, я не хотел этого. Вот. Значит, ты ей давал кучу различной, ненужной информации, на которую человек тратил свое время, свои энергии. И только вот эта пустая работа, обычно ты забирал 80% этих энергий. То есть 80% она работала вхолостую. И только 20% было результата. Не правда ли, дракон синий? Оттягивал немножко. Результат. Ну, откуда я это могу знать? Как ты думаешь? Опыт. Ну, отчасти, а еще отчасти от того, что мы подключены действительно к каналам яснознания. То есть мы действительно видим ситуацию. И когда даже когда ты мне не описываешь, я ее вижу, как она была. А когда ты мне говоришь неправду, я вижу, что это неправда. Поэтому я начинаю всегда очень резко реагировать, когда мне пытаются доказать, что это не так. Но с тобой пока получается. Хорошо, дракон, давай скажем, следующий у меня такой вопрос, пока реверс еще идет. Реверс закончился, Вера? Реверс закончился, я немножко расскажу просто от... Давай. Беса красной энергии шли, от дракона, от радуга шла, от арахноида фиолетовая энергия космическая. Фиолетовая. Арахноид, как долго ты находился в ее биополе? А еще когда он... Забирал энергии, вот эти вот его волоски шли. Сейчас как фыркает и показывает, что он в разные стороны их разбрасывал.
Понятно. Какую-то реакцию вызывало у нее арахноид, и, скажи и мне. так он в нее и попал. Он год сидит. Год. Хорошо, там есть инкубатор? Ты оставил что-нибудь за год? Успел себе потомство завести? Ну вот он запустил в нее вот эти свои волоски. Понятно. Хорошо, арахноид, я сейчас буду давать команды, и ты выйдешь первым. Я даю команды сейчас. Реверс закончился, да, Вера? Реверс закончился. Хорошо, я даю команду сейчас выйти арахноиду и забрать всю свою энергию, все, что он оставил, любые свои подключки в ее биополе, и вернуться в клетку и доложить о готовности к проверке. Он говорит, чтобы она привыкала. Вот он ей вот эти волоски туда подбросил. То есть он постепенно с ней синхронизировался. Ну и от этого сразу стало сейчас намного легче. От этих слов, конечно. Ага. Он собирает паутину, скручивает ее. Сколько он по размерам приблизительно сантиметров, Вера? Ну вот он у нее сзади на всю спину сидит. Вот такой большой паук у вас сидел. Сидел, вернее, да. Да, Алена, на спине. Так что, плечи были... закрывал, голову, затылок. Ну, это сантиметров где-то под метр по размерам, да? Я так вижу. Чуть меньше метра. Она с лапами, ты имеешь в виду, вместе? Ну, если на всю спину был. Вот таких размеров. На шею, вот где шея, область шеи, и на плечи лапы, да, шли, и на голову сверху, на затылок. Понятно, значит, у нее должна была быть головная боль обязательно, арахноид, не правда? Ну вот он как вот эти показывает сейчас, что иголочки, которые он отправлял, да, наты вот эти на лапках, что у него, вот оно как кололо ей, как раздражало. И тут еще бес приходит с идеей, что у нее мысли хаотические. А как они могут быть не хаотические, когда у нее сидит такой товарищ и раздражает ей голову? Ну и, снял. Конечно, снял все. Хорошо. Так, бес, давай сейчас я тебя прошу выйти, вытащить все, что ты, эти гирьки снять, все, что ты там, ленточки свои перевязанные и так далее, я все вижу. И доложи мне, что ты это все снял. Все сниму, ничего не забуду. У меня работа такая. Ну, лярва моя. Я же тебе сказал, что я тебе отдам. У меня нету склероза. Вдруг забудешь. Хорошо. Ты ее 3 года растил, да? Наблюдал за ней. А какую боль она давала, вот именно эта лярва, чтобы она росла? Какую боль ты запрашивал, в смысле делал так, чтобы она получала или производила? Утяжелял мысли. Утяжелял мысли. Личные мысли утяжелял. Утяжелял хаотично. До этого и гирьки на ногах. Я ж не достану до головы. Ну, конечно. Сам понимаешь. Конечно, не достанешь, верно. До этих энергий. Это верно. Для тебя высоко, конечно, эти энергии. Собрал. Хорошо, я тебе разрешаю снять все лярвы, которые находятся в ее биополе. Ничего не оставляй. И как заберешь, возвращайся в клетку. Он готов. Хорошо, все. Обращаюсь сейчас к синему дракону. Дракон, выйди, пожалуйста, и забери все, что ты оставил в ее биополе, все свои платы, подключки, все проводки. И вернись в клетку. С руки снимает, ну вот эту варежку, или как ее назвать. А для чего ты ей делал эту варежку, дракон? Какая ее функция, цель была этой варежки? Она какую реакцию? Идет подключение там дальше к платам. А какие платы твои вызывали в ней реакции? Ну, вот бес там утяжелял мысли деструктивные, а ты что делал? Сказал, возбуждал ее мозг на учение и познание. А куда ты чисто ради... Самообразование. Ну, это понятно, хорошо. Чисто ради интереса. Какие знания ты в этом самообразовании намекал, чтобы она изучала? Вот, что ты ей рекомендовал? Мне просто интересно, что могут рекомендовать синие драконы. Финансы. Слушай, дракон, у меня к тебе вот такой вопрос есть. Скажи, а не ты случайно мешал Алене связаться с нами?
что у него были проблемы там с переводами денег и так далее, и так далее. Это не твоя работа была? Моя. А как ты это делаешь? Я Алене сразу сказал, что это дракон. Энергии запускаю. Но как ты можешь сделать так, чтобы в приложении не было страна Канада? Человек не видит тупо слово Канада, его нет там. Как ты можешь на таком уровне воздействовать? Меня это просто впечатляет, я об этом говорю. Я таких техник не знаю. Я воздействую на нее. Ты воздействуешь на нее, и она не может видеть? На этом уровне. Вау. Респект. Хорошо, дракон, ты все вытащил? Он все вытащил, с головы у нее снял провода какие-то. Хорошо. Платные. Хорошо. Стуки. Давай сейчас сделаем следующее. Мы начнем сейчас рассинхронизацию. И я даю команду на счет 3. Алена забирает все свои энергии. То число значения 100%. Пес говорит, там нет моих энергий. Я что, дурак, что ли, свою энергию оставляет? Ну, дракон оставил. Он полностью синхронизирован, он все 7 тонких тел подпитывался. Ты видел радуга, какая шла из энергии? Бес, скажи мне, ты первородный или ты жил когда-то на Земле? Жил на Земле. Да ты что? А давно? Расскажешь чуть-чуть? Я сам не помню. А, давно уже, да? Какие века приблизительно? Ну, хоть так, в общих двух словах. Что надо сделать было, чтобы очутиться в темном царстве? Можешь похвастаться? Это же надо было заслужить, набрать столько темной энергии. Чем хвастаться? Я просто спрашиваю. Есть такие, которые хвастаются. У нас там был один, который во время Второй мировой войны специально пришел, родился в Австрии, убил более 150 человек, был и такой. Он тоже был бесом. И он очень этим... В Римской империи жил. В Римской империи. Слушай, так это было очень, скажем так, давно, около 2000 лет назад. При императоре Августине. Кем ты был? Исполнителем его и был. Так а что ж ты так много набрал негативной энергии? Сколько процентов ты набрал, что ты ушел? 54. 54%. А точка невозврата 51%, насколько я в курсе. Да. И насколько тебя приговорили? Не думаю об этом, пока здесь живу. Я знаю, да, вам нельзя об этом думать. Ладно, хорошо, бес. Я благодарю тебя все равно за эту информацию. Вот, я надеюсь, ты остался довольным сегодняшним, так сказать. То есть ты ушел, не уходишь не с пустыми руками. Единственное, что я прошу, это я обращаюсь к всем. С этого момента Алена находится под нашей защитой. Это значит, что если она вдруг напишет или скажет, что у нее начинаются опять эти симптомы, которые были, для меня это будет сигнал через 10 минут зайти в ее биополе и вытащить кого-то из вас. Я не хочу вас, никого, находить в ее биополе, потому что если я приду, я сразу открываю галактическое ядро, и оно все туда уходит. Поэтому я вас прошу серьезно отнестись к этому ради вашего же благополучия и найти себе новое место обитания. Всем понятно? Всем понятно. Хорошо, я подхожу к Алене, кладу руки на плечи, моей собственной энергией сжигая все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все каналы улетают в галактическое ядро. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, все, мы закончили. Рассинхронизация тоже давно закончилась. Закончилась, да, все. Все каналы сейчас убрали, все на чистое. Хорошо, и начнем с беса. Бес, ты готов уходить? Готов. Найди себе новое место обитания, хорошо? Найду. Все, открывается внизу портал на чистоте, бес 1, 2, 3, и бес уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, дракон, ты мой ответ слышал,
Алена не желает присутствия в своем биополе больше никого. Это ее право, и ты должен его уважать. Тебе это понятно? Жаль, конечно, но мне все понятно. Но я тебе объясняю ситуацию, как она есть. Поэтому перед тем, как я тебя отпущу, я должен буду тебя попросить слово синего дракона, что ты больше не вернешься в ее биополе. Я был корректен к тебе сегодня, не воздействовал на тебя, у тебя нет никаких поводов мне в этом отказать. Все сначала начинать придется. Так устроена жизнь. Ну, у тебя есть выбор сейчас. Или уйти в два раза меньше, уменьшенным, что намного хуже. Были такие драконы, к сожалению, которые не понимали, плевались энергиями. Приходилось их наказывать. Не все были такие благоразумные и дружелюбные в тоне, как ты. И ты сам знаешь свои мира. Вот, были и нападающие, были те, которые очень сильно обманывал. Вот, поэтому я из своего опыта не хочу портить ни себе, ни тебе вечер. Поэтому я хочу тебя услышать слова благоразумия. Это значит, что я обещаю, что я больше не приду в это биополе и найду себе новое место обитания. Ладно, даю честно драконе слово. Хорошо, дракон, я тебя благодарю. Ты готов уходить? Готов. Хорошо. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит безболезненно на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, и забывает дорогу назад, закрывая печать и расставляя. Готов. Хорошо, арахноид у нас остался. Арахноид, ты понял всю ситуацию, ты найдешь новое место, да? Найдет, да. Хорошо, открывается наверху портал на чистоте арахноида, 1, 2, 3, и арахноид забирает все, что с собой принес, и уходит на свою чистоту. Безболезненно. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали дальше. Переходим на чистоту. Давай ее просканируем еще. Да, давай. И я даю команду, значит, 3. Начинается скан Алены на всех 7 тонких телах. Все микроскопические элементы чужеродной энергии сгорают. Если что-то крупное осталось, то начинается... то загорается ярко-красная лампочка. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. Чистая, зеленая. Даже, они что, самоубийцы. Хорошо, я бы их вытащил через 3 секунды опять назад. Поехали дальше. Пусть тонкая копия Алены вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 700. Подними уровень эмоционального состояния тонкой копии Алены до значения 700 Гц. Пошел подъем. Есть. Хорошо. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Она постоянно что-то говорит. А что она сейчас хочет сказать? Говорит, что состояние свое комментирует. А. Говорит, что это просто нереально. Нереально? Круто? Да. Гармонично. Вот я дома, говорит. Готов. Отлично. Мы закончили чистку. У нас остались еще 10 вопросов Алены, куратору или учителю. И сейчас будем вызывать его. Могу заранее сказать, Алена с Плеяд. Алена с Плеяд. Да. Великолепно. Родная душа, приветствую от плеядианца, плеядианки. Все. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам куратора или учителя 1984 года, воплощенной на Земле. И просим его прийти к нам. Кэт. Катерина Кэт. Кэт. Мы приветствуем Кэт. Кэт, вы куратор или учитель? Куратор. Куратор. Нам очень приятно. Меня зовут Влад. Это Вера перед вами. Мы работаем по волеизлиянию Алены. Она нас попросила произвести чистку ее от интерферентов, аннулировать все контракты. Мы это все произвели. Еще она изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, Кэт, ответить на эти вопросы? Во-первых, я приветствую вас и Алену. Очень рада, что она услышала наконец-то. А меня достучалась я до нее.
Я буду рада ответить на вопросы. Там нелегко было достучаться, потому что 8 лет сидел только один синий дракон, который с глубокой печалью уходил. Вот, и он все энергию не воровал, перекрывал все каналы. А Арахноид сидел, там действительно очень трудно было достучаться. Я понимаю проблематику. Отлично, Кэт. Тогда я начну с первого вопроса. На каком уровне мое высшее я? На 11-м. Второй вопрос. Сколько кармических узлов и над чем мне нужно работать? Вернее, сколько кармических узлов, скорее всего, было, сколько осталось. Ну и в связи с этим, над чем нужно работать? Поработать, как она написала. У тебя 5 кармических узлов. Сколько прошла? Прошла 2. 3 осталось. Над чем ей стоит поработать? Над эмоциями. Не допускай грусть к себе. Именно об этом и бес сегодня говорил. Как ни странно, Кэт, то же самое человек сказал, что она не... Вернее, бес сказал, что она не умеет контролировать, у нее прыгают эмоции, и она не умеет их контролировать. И вот это ты как теряешь раз так. Свою радость. Теряет радость. А вот это правда. Радость – это источник энергии и источник развития. Если нет, есть радость, есть... Развитие. Есть развитие, есть желание развиваться. Ой, благодарю вас за эти замечательные слова. Это так просто сказано и так глубоко. Благодарю вас, Кэт. Вопрос, сколько процентов она набрала черной энергии в этой жизни? 20%. 20%, хорошо. Были ли связаны с моим настоящим мужем Артуром? Были ли мы связаны с моим настоящим мужем Артуром в прошлых воплощениях? Если да, то что мы должны отработать с ним в этих отношениях? Или она? Были связаны, но не на земле. А где? Отработать должны эмоции. Эмоции. Опять это проблема. Опять это слово эмоции у нас, да? Гармонию должны найти. Могу помочь только небольшим советом, который будьте вам любезны. Так уже известен. Я догадываюсь, но вы скажите. Просто другая реакция. Смените реакцию изнутри. Одни и те же действия провоцируют одну и ту же реакцию. Если вы поменяете реакцию, исчезнут эти действия. Они перестанут раздражать, они перестанут нести проблему. И если вы позволите, уважаемая Кэт, я еще 2 слова добавлю. Такое понятие есть, как поступиться чем-то. Что-то отдать, чтобы что-то получить. Вот если каждый отдаст что-то негативное и не будет это использовать в этих реакциях, изменив свою реакцию, то, соответственно, он получит больше. Это, в принципе, одно и то же. Но в наших человеческих головах это немножко по-другому. Я чуть-чуть добавлю или поправлю, не знаю, пожалуйста, что сказать. Мне немножко не до конца понятно, что ты сказал. Ты имел в виду, не надо негативом отвечать на... Я хотел сказать, что если каждый что-то от себя отдаст, поступится, например, своей гордыней, то есть если кто-то кого-то обижает, обычно в другом человеке срабатывает иногда такой фактор, как гордость за себя. То есть вот надо мне теперь именно такую реакцию проявить, чтобы показать мои намерения. Именно об этом и вы говорили, Кэт, вы сказали изменить реакцию. Я сказал... отпустить от себя вот эти черты, поступиться ими для того, чтобы получить больше. А больше – это гармония. Я имела в виду, не надо реагировать негативом и резкостью. Подумайте о другой, о другом способе ответить. Отлично. Замечательные слова. Благодарю вас, Кэти. Я тогда перехожу к следующему вопросу, если вы закончили. Да. Какую задачу должна отработать со своими детьми? Очень много энергии они у меня забирают. Дома хаос. Я не справляюсь. Слишком, наверное, большую ответственность на себя взяла. Что нужно дать? Что нужно дать своим детям и при этом сохранять свой энергетический баланс? Во-первых, почистить дом от этого негатива. Алена, вы слышали? Надо почистить квартиру. Алена может сама это сделать.
собрать большой шар и удалить из дома. А она это может сделать, а найдет ли она порталы, которые обычно сопутствуют таким энергиям? Мы говорим про негатив. Все Хорошо. Остальное – это ее желание. Безусловно, конечно, она, любой человек может собрать весь негатив в квартире и уничтожить. Хаос, как вы прочитали. Как именно, она написала. Именно про хаос я говорю. Хаос несет негатив. Нужен ли он вам дома? В первую очередь нужно энергетически убрать хаос. Это совсем не тяжело. Я думаю, если человек продвинутый, все-таки 11 уровень, он наверняка может в состоянии это сам у себя в квартире убрать, если нет. К детям нужно проявить терпение и любовь. Если нужно дополнительное время, сократи его в другом месте. На детях нельзя экономить время. Совершенно верно. Удели внимание детям. И придумай программу, где вы можете вместе заряжаться энергией. Природа, арт. Искусство, самовыражение. Фотографии, рисунки. Вы можете делать это все вместе. Это приносит энергию, а не забирает. Замечательный совет. Благодарю вас, Кэт. Что-то там еще было в этом вопросе. Я еще раз повторю, какую задачу должна отработать я со своими детьми? Очень много энергии они забирают. Дома хаос, я не справляюсь. Слишком, наверное, большую ответственность я на себя взяла. Хотела бы совета, что нужно дать детям и при этом сохранить свой энергетический баланс. Задача взяла именно ту, которая по силам. Как я уже сказала, попробую сократить отдачу энергии и время в другом месте. Благодарю вас. Все абсолютно верно. Так, мое прошлое воплощение. Кем была я, где и когда? Прошлое не было на Земле, но я расскажу про земное. Было давно. Это зарождение христианства. Палестинские земли. Кем она была? Христианкой. Неправильно сказала. Деревенской жительницей деревни, палестинкой. Палестинка. Христианство приняла позже. Пережила распятие Христа. Она была свидетелем? Она была свидетелем, именно для этого спустилась. Посмотреть на исторический момент. Хорошо. Благодарю вас за очень интересный ответ. Человек-свидетель распятия Христа. Такого у нас еще не было. А у нее остались какие-то воспоминания, Кэт? Очень смутные, они забиты рутиной и хаосом, как она сама же и написала. Да. Но она в состоянии, в принципе, это все увидеть еще раз, да, и вспомнить. Посмотрите на ее тонкую копию. В таком состоянии, как она сейчас, у нее очень много возможностей. Мы видели ее до этого. Такую мы ее сделали сейчас. И очень гордимся. И потом, у нее открытый канал к ясновидению. Вот как хорошо. Она с плеяд. Ты сам понимаешь, что там другие возможности. Конечно, она плеядианка. Я, в принципе, у меня есть контакт с плеядами, могу познакомить ее с представителями плеяд. Будет ли это в интересах куратора? Это ее желание, не мое. Хорошо. У Алены есть возможность ко нам обратиться. Я могу предложить ей такой вариант. Благодарю вас. Поехали дальше. Так, за негатив процента энергии вы уже сказали. Она тут этот вопрос задала. Отношения с родителями. Есть ли кармические узлы с ними? Мне непонятен вопрос. У нее, как я понимаю, тяжелые отношения или плохие с родителями. Она считает, что или спрашивает, есть ли это кармический узел отношения. То есть... Вы не понимаете, кармический узел – это событие в жизни, на котором вы должны учиться. Но есть еще люди или души, которые даются вам как учителя. В случае с родителями вы даны им как учитель. Мне это очень знакомо лично. Это очень трудно, потому что, например, мои родители не воспринимают меня как учителем.
Потому что они говорят, мы тебя старше, значит, мы должны быть тебя умнее. А когда сталкиваются с какими-то конкретными ситуациями, то ну, те старшие люди, старшее поколение, оно немножко по-другому думает, более консервативно. Поэтому здесь, конечно, тяжело пробиться и стать учителем своих родителей. Это не каждый может. Мне, например... Сейчас мир поменялся, и многие родители осознаны и осознанно принимают своих детей. Но я бы хотела сказать конкретно по Алёниному вопросу. Пожалуйста. Отношения с родителями. Она должна понимать это и научиться терпению, так же, как и с детьми. Она должна понимать, что родители не изменятся, а вот она может, потому что знает природу своей души. Набраться терпения, уважать родителей и уважать их реакции, но поменять свою. Мы опять пришли к первому вопросу. Да, мы все время крутимся вокруг первого вопроса, так и есть. Абсолютно с вами согласен. То есть здесь явно причина уже понятна. Поменять реакцию. Это такой универсальный совет, в принципе, это не только ей подходит, это подходит каждому человеку на Земле с такими проблемами. А такие проблемы имеют около 95% населения. Если вы закончили, уважаемая Кэт, благодарю вас за этот ответ. Я бы хотела добавить про терпение. Пожалуйста. Здесь нет терпения, нет слова, что-то нужно терпеть, какой-то негатив или что-то нехорошее по отношению к себе. Терпение – это то, что может быть вам не нравится в людях, которых вы хорошо знаете. Просто принимать... Научиться принимать это немножко по-другому, с терпением, с добротой, с пониманием в этом плане терпения к родителям и к детям. Благодарю вас за этот ответ, Кэт. Очень понятно. Если вы закончили, я продолжу. Спасибо. Благодарю вас. Ваши пожелания, рекомендации, наставления, Кэт. Что я могу сказать? Я уже столько здесь наговорила про терпение и эмоции. Я согласен. Изменение эмоций. Я бы хотела добавить только, что если ты будешь поддерживать себя в таком состоянии, как ты сейчас, с радостью и позитивом, все будет намного проще. Немного юмора к терпению, и ты справишься. Замечательный совет. Благодарю вас, Кэт. Как и к кому обращаться, если нужна помощь или вопросы? Начни с меня. Как? Я всегда рядом. Так как твой канал открыт, ты тоже должна услышать меня. Кинь сомнения, и ты меня услышишь. Очень легко. Если вы позволите, два слова добавлю, потому что мы сами сталкивались с этим на своем пути. Это первая информация, которую услышит Алена при желании выйти на ментальный контакт с Кэт. Это будет ее голос, это будет ее сообщение. И она не должна анализировать, а принять всю информацию, как она ее просто получает. Отличное добавление. Благодарю вас. Благодарю вас. И самый последний вопрос. Очень хочу пробудиться, проснуться и прийти к свету. Была бы очень благодарна, если вы мне подскажете и поможете хоть чем-нибудь. Благодарю безмерно. Я уже подсказала, и первый шаг сделан. Ты здесь, мы все видим твои энергии. Они очень сильные. О, да. После понимания, кто ты, и гармонизации, тебе будет проще продолжать развитие. Я всегда на связи. Благодарю вас, уважаемая Кэт. У нас есть добрая традиция в этой комнате. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы материализуем любой подарок, который они себе желают. Это может быть мыслеформа, это может быть любой продукт, это может быть все, что вы захотите из тех вещей, которых мы знаем на Земле. И мы хотим вам сделать этот подарок. Прошу вас, ваше желание, изъявите. Это очень интересно. Яблоки возможно? Безусловно. Есть какое-то особое желание? Какой-то сорт? Я в этом не разбираюсь.
Я разбираюсь. Хорошо, Верочка. И в твоих руках сейчас появляется большая корзинка с 25 сортами самых вкусных, самых сочных, самых душистых яблок на земле. 1, 2, 3, 25 сортов. Как много. Вот столько так вот. Не просила. А у вас друзья есть? И от нас примите еще дополнительный подарок. Наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле. 1, 2, 3. Верочка, корзинку эту передай, пожалуйста, от нас, Кэт, в знак благодарности за то, что она пришла и помогла нам сегодня. Это невероятно. Я получила такое удовольствие. Очень приятно делать удовольствие. Поверьте, Кэт, мы радуемся не меньше вас. Давно так мои вибрации не повышались. Я благодарю вас. Кэт, мы надеемся, мы прощаемся с вами. Сейчас будем возвращать Алену. И надеюсь на очень скорую встречу вас и Алены в астрале. Я думаю, что это сбудется. Благодарю Алену за то, что она здесь. И мы благодарим вас. Желаем вам всего наилучшего. Посылаем вам нашу энергию благодарности. И прощаемся. Новой встречи. Всего доброго. Она ушла. Хорошо. Мы закончили и будем возвращать тонкую копию в тело. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Алены в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке, извилинке головного мозга. Идет 100% синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта и перемещаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.